Портрет Эрзи выполняется в рамках проекта «Форум Арт». Это фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа. Художница и автор идеи Ангелина Волкова подала туда свою работу. Она прошла финал, и от республики был выбран ее эскиз. Тематика конкурса в этом году – это раскрытие темы культуры и искусства республики. И когда я прочитала эту тему, мне сразу пришла в голову идея изобразить самого известного скульптора Мордовии. Процесс идет полным ходом, однако свои коррективы вносит погода. Рисовать в дождь идея не самая лучшая, несмотря на то, что краску используют качественную, фасадную. Совсем скоро стена дома окрасится в яркие цвета, картина будет выглядеть завершенной и украсит столицу Мордовии. Создание мурала Ангелина Волкова планирует закончить до конца сентября. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости.